Войдя на портал под редакторским аккаунтом, в правом меню мы можем увидеть статьи, поступившие на рассмотрение. Нажав на статью, мы можем ознакомиться с текстом статьи, загруженной информацией, аннотацией, библиографией, после чего можно воспользоваться встроенным антиплагиатом, а также отправить статью на рецензирование. Нажав «Добавить рецензентов», выбираем необходимого рецензента. После того, как рецензент поработал с статьей и прикрепил свою рецензию, под редакторским аккаунтом мы заходим и видим эту статью в статусе «На рецензирование». В графе «Статус и рецензирование» мы находим саму рецензию, нажав на кнопку «Подробнее». Здесь мы видим проставленные оценки согласно критериям научности и другим, сам текст рецензии. Если рецензия положительная, мы нажимаем «Одобрить». После этого статья имеет статус «Одобрена к публикации».